Всем привет, ребят. Вот, короче, знаете, что? Я скачиваю Майнкрафт Истори Мод 2. Майнкрафт Истори Мод 1 просто, ну, подушка, там не интересно. Я его скачу просто. Все знают первую часть. А вторую я скачаю. Ну а сегодня мы пока поиграем. Вот. Я ее скачиваю на ноутбук. Ты черт, я потратил 400 рублей. Надеюсь, вы в будущем снимете донат. Если, пожалуйста, наберите под этим видео. Наберите под этим видео, пожалуйста, я потратил деньги реальные. Я реальные деньги потратил ради вас. Ну, у меня, конечно, не сказать. Но, ребят, вот. Если вы не поставите лайки, то я снимать не буду. Но я буду, конечно, снимать, но... Капец, как долго вам ждать видео. Так что лучше это... Ну, я вас не заставляю и ставить лайки. Вы можете меня наказать, конечно, дизлайком. Но я просто деньги потратил. Думаю, вам не жалко всего-то пару лайков поставить для меня. Ну ладно, ничего. Просто нажать тык. Тык. И все. Тык и все. И готово. Это уже так легко, ребят. Думаю, вы поддержите меня. Или я больше не буду снимать видосики. Обижусь на вас просто. Потому что платная игра все-таки. Вы думаете, как легко заработать 400 рублей? Нет. Вот, сколько у нас там видео идет? 3 минуты. Если вы хотите продолжение. Вот. Где наш домик, который развивался? Ну, ушел. Ну, там просто, знаете, что? Напали пираты. Ну и все. И они ушли. С пиратами они же не станут жить. Даже были пираты. Речка-то у них рядом. Да. Вот такое дело. Они напали пираты. Мне, конечно, жаль очень их, но, ребят, поставьте лайк, я вас очень сильно прошу, очень, пожалуйста, пожалуйста,
Ну, когда я не буду снимать большое время. Да. Добро отвечать. Добро. Обитательство. Ну, вы можете не ставить, когда не будет видео долго. Видео долго не будет. Очень долго. Но лучше поставить, чтобы сделать видео. Вот я снял новое видео. Да. Вот. О, вот уже 15% скачано. Вот эти игрушки. А мы пока с вами играем вот здесь. Вы сами видите, я даже не буду говорить. Давайте. Вы сможете. Мы его победили. И мы спасли принцессу, да? Еще раз. Он опять. Вы там можете не поставить, я вас не поставляю. Вы захочете. Но видос я сниму, когда вот могу. Я так вам скажу. Но без разницы, если вы поставите, не поставите. Ставите, я все равно когда-то буду снимать видос. Дегаски, это тот, который украл принцессу вроде. Боссище, это боссище, убиваем его. Ну и боссище. Деньги закончились. Улучшаем. Давай, ты не умрешь. Да. Потихоньку. А у тебя до скольки доходило до 30? У меня? Да. До 30. Не, я прошел это был. Босс. Ребят, у нас тут лавка героев. Тут ой, а что это за летающие такие? Лучник. У нас появился лучник. Теперь мы можем отбивать летающих. Да, это круто. Ой, ребят. И... я куплю этот сундук. Выпало два героя. Один такой. Другой такой.
Ну и видео подходит к концу. Всем пока.